Песня, которую сейчас вы услышите, напомнит вам, кому-то напомнит 50-е годы прошлого века. Ив Монтан, совершенно верно. Потом уже у него появилось множество русских подражателей. Но и песенка, которую исполнил Ив Монтан, итальянский эмигрант, который приехал в Париж, влюбился в Симону Синьоре и скоро стал петь вместе с Эдит Пиаф и другими итальянскими, французскими шансонье. Видимо, много общего было у этого итальянца душой, который стал французом. Следы бывших возлюбленных.